Очереди за Pfizer. 45 тысяч доз препарата распределили в более чем 400 пунктов вакцинации по всей стране. В некоторых центрах Аргеевского района уже в первый день израсходовали 50% из 1302 полученных доз. Очереди выстроились в первой центральной поликлинике Аргеева. Люди говорят, что с нетерпением ждали этот препарат. Cum ați fost anunțați că astăzi se face vaccinare? Am aflat prin rude. Я была и на прошлой неделе, стояла в очереди на спутник, но он закончился, поэтому решила привиться Pfizer. У меня много заболеваний, поэтому решила вакцинироваться. Медику не фамилии. Медику фамилии анонсат. Семейный врач сообщил нам, что прививают Pfizer. Уверен, что вакцинация остановит эпидемию, от которой мы так все пострадали. Всего в течение нескольких часов этим препаратом привились около 150 человек. Мы вакцинируем всех желающих, никому не отказываем. Думали привить сегодня 100 человек, но будет значительно больше. Очень много желающих, примем всех до последнего. Но не дочим пыла ультимум. Примите 350 дозы вакцины Pfizer. Мы получили 242 дозы Pfizer и сразу начали вакцинацию, потому что у этого препарата небольшой срок хранения. После размораживания его нужно использовать в течение 5-6 дней. По данным Национального центра общественного здоровья, Молдова уже получила около 887 тысяч доз вакцины. Более 125 тысяч из них Pfizer. Его доставили через платформу COVAX.